Да, мы начинаем наш урок. Привет. Да, первый урок мы начнем. Вот. Меня зовут Юля. Меня зовут Катя. Мы только познакомились. Я никогда не изучала французский, но всю жизнь мечтала об этом. И Катя не гений, потому что она гений. Нет, однозначно нет. Есть какие-то страхи? Да, я переживаю, что я не оправдаю ваших ожиданий. Переживаю, что у меня и так есть акцент украинский. Я не знаю, смогу ли я красиво говорить на французском, но очень хотелось бы. Вот, и мы начнем работу, и вы, в общем, смотрите, как мы работаем, задавайте вопросы, если что-то непонятное. Будем надеяться, что вам это поможет сами выучить язык, если вообще нет возможности работать с преподавателем. Бо. Так, теперь забудем о камере и смотрите, чтобы говорить без акцента, нам нужно... Что такое акцент, вы знаете? У меня даже больше не акцент, а интонация неправильная. Да, да. По-английски, по-русски? По-русски. По-русски. Смотрите. По-английски, наверное, у меня как русский акцент, скорее всего. Смотрите, что такое акцент вообще или интонация? Это привычки. Mm-hmm. Если вы сейчас будете говорить, например, со мной долго, и у меня будет какая-то там характерная интонация, черта, скорее всего, вы меня сымитируете, правильно? Да. Вот, то есть... Наверное, еще проблема в том, что я когда общаюсь с родителями, приезжаю к ним, я на украинском говорю. Возможно, из-за этого не могу избавиться. Нет, но это же хорошо. Это же хорошо. То есть вы же, получается, у вас есть несколько вот этих парадигм того, как вы общаетесь по-русски и по-украински, и еще по-английски. Но, если честно, я год назад вот была в Америке, жила, и мне кажется, что вот... Чем больше я не практикуюсь и не общаюсь на английском, у меня как-то эти знания уходят и пропадают, и мне надо практика. Но, возможно, не так, не знаю. Все равно есть опыт общения, есть опыт того, что вы постоянно слышите три разных языка. То есть это здорово. Угу. Акцент — это когда вы по привычке делаете то, что вот вам близко. Например, если в каком-то языке вы привыкли общаться, например, с какими-то людьми, которые не очень вежливы, у них такие вот грубые интонации, вы будете туда приезжать и будете даже говорить немножко вот как они. Даже с другими людьми. Да. Ну, то есть это вы копируете. И нам сейчас нужно добиться того, чтобы вы были очень гибкой. Вот ваш речевой аппарат, то есть он должен быть, ну, как гимнаст, как танцор, который может делать все абсолютно. То есть, если вы, например, ну вот есть человек, который хорошо танцует. Да. И он, в принципе, может разные танцы танцевать, правильно? Потому что он может все. А если человек, который выучил один танец, он, в принципе, нехорошо танцует, его трудно какому-то другому танцу научить. Нам как раз-таки нужно довести ваше состояние до того, чтобы вы могли... Все. Что я сейчас вижу, то, что у вас челюсть немножко, зафиксирована. Да, мне так тоже кажется иногда. А еще мне кажется, у меня неправильный прикус. И, может быть, это из-за того, как вы говорите, челюсть зафиксирована. Да. Ну что надо сделать? Надо делать упражнения физические. То есть сейчас это будет, вы смотрите на меня, надо сначала вообще просто помассажировать лицо. Вы помассажируете. И вы смотрите, главное в французском языке, вообще в изучении любого языка, не стесняться. Чем больше вы стесняетесь, тем это же тормоз. Окей, я не стесняюсь. Да, ну хорошо. Готово к упражнениям странным. Странные упражнения, потому что мы же всегда имитируем человека. Знаете, бывает, как в театре, сценическая речь, еще какая-то. И мы должны своим всем лицом и всем вообще видом показать, что мы французы. Вот. И то есть вот мы массажируем лицо, чтобы просто пока как делать разминку. Вот почувствуйте, вот вы должны прям сконцентрироваться на лице и почувствовать, где у вас, например, какое-то, может быть, напряжение есть. Потому что сейчас мы будем этим всем двигать очень активно. Есть это напряжение? Не знаю. Да, возможно. Вообще идея в том, что когда вы себя слышите, вы должны чувствовать, что звук свободный. Знаете, как с трибун люди говорят, им ничего не мешает. Да. Вот. А вот прям выходит звук, у вас он вот, ну, теряется. Да. Ну, это физическая преграда, если вот тут сейчас я вот так поставлю руку. Да. И нам нужно сделать так, чтобы ваш рот открылся. Да? Да. Давай. Да. Смотрите, вот тут вот. Вот тут вот, мне кажется, зажим. Да. Смотрите, попробуйте сначала с губами поработать, но больше не будем работать с челюстью с вами. Губы должны вот так ходить вокруг. Челюсть пусть зафиксирована будет. Видите, трудно. Каждый день вы можете записать сейчас упражнение. Губы вытягиваю и по кругу. Не могу делать два дела одновременно почему-то. Я с вами тоже разминаюсь, это всегда полезно, потому что более подвижно. Иногда, знаете,
как-то проснешься утром, улыбаться даже не можешь, все вот так немножко за. Угу. Можно делать пока не по кругу, главное просто сделать это подвижно. Делай прям подольше. Немножко должно встать. Встает? Да. Потому что вы эти не двигаете обычно. В русском языке, когда мы говорим по-русски, то у нас не двигается практически ничего. А французов будет. Двигаешь? Да. Вы посмотрите потом, у вас задание, буду смотреть фильмы. И следить за тем, как они артикулируют или клипы. Класс. Дальше. Это упражнение запомнили. Теперь вытягиваем в трубочку и в улыбку. Только улыбка не вверх у вас должны вот эти уголки губ идти, а прямо. То есть это улыбка не улыбка практически. Так. Ниже их. Сейчас я в зеркало вверх. Так, чтобы ровно было. Это некрасиво, это как мы качаем какую-то, вот, бывает, что люди на спорте прокачивают какую-то мышцу. Мы пытаемся вот так вот растягивать. Хотя такого движения у французов немного, но это помогает нам общую гибкость какого-то вот, лица сформировать. Теперь можно, это вот у нас в университете постоянно такие упражнения. А уголок губ два раза. Причем вы один раз расслабляете, и вы второй раз делаете. То есть не так одновременно. Угу. Чуть управлять лицом. Устали? Немножко устали. Мышцы. Прям за секундочки. Да. Угу. Теперь мы делаем рыбку. Смотрите в зеркало. Даже это квадратная рыбка. Так? Да, но сильнее вытягивайте губы вперед. Да. Угу. Расслабляйте, вытягивайте, расслабляйте, вытягивайте. Такие движения есть в какой-то степени выраженности в французском, когда мы говорим? Mm-hmm. У вас уже стало, нужно, чтобы пошире было. Без зеркала сложнее. Вот тут главная задача вот тут сделать вот эту часть подвижной. У меня проблема, кстати. Да. У меня вот даже, смотрите, как будто бы здесь больше видно зубов, чем здесь. Как будто бы вот эта часть у меня менее подвижна. Да. Я это часто замечаю. Ну, вот сейчас три. Возможно, эти тренировки мне помогут и с внешними моими. Спасибо. Да. Ну, надеяться. Прям мультифункция. Да. У меня мама иногда замечает, когда я разговариваю, что у меня вот эта часть не двигается. Почему это не нравится? Ну, значит, ее нужно раздвигать. Вы можете ее массажировать и делать движение вперед. Угу. Супер, вот это упражнение запомнили. И рыбка. Угу. Теперь мы делаем вот такое упражнение. Вот опять же, вот это делаем. Опускаем челюсть закрытым ртом. Вот вытягивай сильнее. Максимально вытягивай. Еще можете челюсть ниже? Вот еще ниже, вот так. Да. Угу.
сильно не давите, если вам больно, не, mm-hmm. это прям не должно быть больно, потому что бывает иногда что-то с челюстью можно вообще травмировать. Mm-hmm. Вы делайте так, как вам на губу даже более ориентируйтесь. Мыслится сам, что он бежит, похоже. Где-то тянет? Mm-hmm. Вот здесь. Mm-hmm. Угу. Супер. Теперь давайте, mm-hmm. я даже не знаю, это открытие рта, наверное, с закрытыми губами. Mm-hmm. Теперь тренируем язык. Язык нам постоянно мешается, и вот мы иногда такой шум, вот сейчас я говорю, шепелявим, он мешается во рту, язык. Да. Нам нужно, чтобы он не мешался. Кусаем кончик губ. Это как? Ну вот массажируем легко, чтобы его не прикусить. Сюда? Нет, о, не губ, по-моему, языка. Да. Мы прям каждый миллиметр языка должны промассировать зубами. Когда кончик помассировал, к серединке и вот так до конца. Угу. Медленное слово. И строя очень медленно предложение, обращая внимание на то, как я заканчиваю каждое слово и фразу. Вот это очень полезно. Нам и во французском это поможет. Встал язык? Теперь еще несколько упражнений. Язык как вот острый такой из себя. Вот. Mm-hmm. И в себя. Угу. И максимально вытягивайте. Только он должен быть прямо. Видите, он у вас падает. А он должен быть прямо. Еще прямее. Mm-hmm. Могу. И вы прямо его весь осознаете. Угу. Должен болеть корень языка. Французского есть на самом деле звуки. Там как раз таки корень языка участвует. Мы сейчас тренируем и корень языка, и кончик языка. Угу. Теперь смотрите. Мы вытащили язык, можем сейчас уже не вытаскивать, но должны его уже вот так почувствовать и по дну рта, если так можно сказать, вот так как бы провести. Он должен быть очень плоским. Действительно нажать вот в самом низу, и мы должны почувствовать, что вот здесь корень языка, вот здесь зубы, а здесь корень языка, вот так идет. То есть он опускается. Толчок, чувствуете? И вот так нужно это упражнение делать, ну, на данном, наверное, этапе 2-3 раза в день, потому что мы должны почувствовать, что эту часть можно ей управлять. Когда вы делаете, вот в самом низу находится язык, чувствуете, что вот полость рта стала ее больше? Да. Вот так и должно быть. Вот здесь как-то расширяется. Потому что там есть звуки О. О. Видите, она у вас тут, она должна быть там. О. О. Попробуйте вот этот язык назад. Не умеете, потому что первое занятие. Назад язык сделал, и вот мой первый здесь О. О. Да. О. О. Видите? Все. Вот то, что говорят, что, во-первых, нельзя говорить научиться без акцента, и то, что там, ну, разные вещи говорят. Без акцента можно научиться на уровне слов и звуков очень легко. Главное знать, куда положить какой вот там язык, орган вообще как расположить. Это, ну, это физиология. Но самое сложное – это интонация. И поэтому вам нужно будет много слушать, чтобы эту интонацию себе взять, привить. Но на уровне, там, сказать «бонжур» без акцента, «je m'appelle», «Bonjour», «Bonjour», «Je и так далее. Это несложно. «Je m'appelle Catherine», это да. Я знаю. «Je m'appelle Catherine». Voilà, mais bon, va voir. Да, как красиво. Да. Смотрите, еще челюсть мы делаем с упражнениями. Самое смешное упражнение, оно сумасшедшее, наверное, вырежем его из видео. Это вот, когда вы должны расслабиться полностью, вот так делать перед собой, в общем, замок руки. И челюсть расслабить, язык только придерживать чуть-чуть. И вот так делайте, и ваша задача, чтобы челюсть прям вот она ходила немножко, потому что она у вас зафиксирована, ее так расслабляют. Это упражнение есть вот, ну даже опять же, когда работают с интонацией, с артикуляцией, вот в театрах, в ГИТИСе и так далее, это упражнение есть. Это действительно вот очень помогает расширить. Давайте. Вот так.
Как будто секта. Еще сильнее через достаток. Получилось? Да. Да. И смотрите, вы когда говорите, вы улыбаетесь. Да, вот это моя проблема. Да. Вы или говорите, или улыбаетесь. Точно. 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 Да. Угу. Все. Эти упражнения пока на данном этапе мы сделали с вами. Потом будем другие изучать. Вуаля. То есть вот пока эти делают, их уже много. Теперь мы с вами начнем работать над алфавитом. И уже над алфавитом мы будем работать, делая упражнения, правильно дыша, открывая рот. Алфавит английский вы знаете? Да. Да. А, и что там за алфавит? Латинский, правильно? Во французском да. Он тот же самый, но... Мне кажется, по-другому считается. По-другому произносится, да. Но, в принципе, это не такая уж и большая проблема, потому что... Большинство звуков все-таки они похожи, но что важно знать, что французы совершенно иначе их произносят, даже если это А, казалось бы, это легко. По одной букве мы можем узнать, это француз, американец там и так далее. То есть смотрите, я сейчас произношу, и вы знаете, вот пытайтесь меня максимально скопировать. Вы не думаете о том, как вы выглядите, вы не думаете о том, как вы открываете рот. Вы ориентируетесь на звук. Сейчас посмотрим, потому что некоторым лучше помогать с физической точки зрения, сказать, как открыть рот. Некоторым, когда вот слышат звук, да. Они максимально пытаются повторять, получается. Да. Посмотрим, как с вами. Я произношу, вы повторяете. А. А. Нет, не так было. Вы себя слушаете, кстати. А. А. Нет, вы язык убрали, и звук получился другой. Язык лежит внизу и близко к языку, ой, к зубам. А. А. И его ниже. А. А. Теперь вы его закрыли, а нужно, чтобы вот звук прекратился только после того, как, точнее, рот закрылся только после того, как звук прекратился. Смотрите. А. Еще раз. А. Закрыли все равно рано. А. А. И только тогда закрывайте. А. Да. Теперь расслабьтесь и скажите. А. А. Закрыли рано. А. 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 Б. Б. Смотрите, открываете рот и тогда произносите Б. Там доли секунды есть разница, но все равно, не открываясь, произносится звук. Б. Б. С. С. Не шевелите ни губами, ни зубами, когда произносите звук. С. С. Сильно открывается рот. С. С. Д. Д. Откройте рот вот так. Э. Э. И должны подать звук э. 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 Супер. F. F. Снизу уголки не задействованы. F. F. G. G. Шире. G. G. Есть какие-то промежутки у вас? G. G. H. H. Нет. H. H. I. I. G. 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 Да, то есть нет переливов таких. G. Да, G. G. K. K. Открывайте рот и вытаскивайте звук. K. Еще раз. K. Не, вы прямо на вас какая? K. 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 Да, и живот. K. K. Нет, разный звук. Зачем? K. 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 Дальше. Э, Л. 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 М. М. Н. Н. О. О. П. 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 Нужно ее остановить. П. П. Закрыть рот. П. П. Q. 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 Рот, губы уже. Q. Q. R. 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 Язык лежит возле зубов и не двигается, назад не уходит. Думайте о русской R. 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 Еще раз. R. Нет, у вас язык сворачивается, назад уходит. R. R. Не делайте так. R. Нет, делайте так. R. R. У вас, смотрите, язык лежит возле зубов вот так. И даже когда вы говорите «эх», движение даже не такое, а даже вот так вперед.
языком. Эх. Скажите эхо. 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 И смотрите, вот такое же движение. Эх. 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 Да. Только все равно нужно вот это придержать. Назад уход. Эх. 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 Не поднимайте язык, просто скажите эх. Эх. Ниже язык. Эх. Эх. Вы вываливаете его. Смотрите в зеркало. Эх. Видите? А нужно эх. 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 А теперь также эх. Эх. Не поднимайте. Да, да. Поднимается. Не должен. Эх. 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 И он, видите, все-таки высоко. А нужно вниз. Эх. Да. Эх. Да. Эх. 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 Да, теперь поднимаю вот так вверх. И пытаемся, знаете, воспроизвести то, как мы полоскаем рот. Добиться должны того, чтобы уже запускать сверху. Может, и кончик не задействовать. Да, работайте. Да. Видите, когда начинает ходить? Не кончик языка. Да. Еще. Кончик языка. Он должен всегда. Я говорю, он должен осознавать, где он. Вы должны осознавать его. Нет, натягивается. Да. А теперь опустите. Ра. Ра. Не оттягивается. Ра. 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 Практически идеально. Мне кажется, нет. Да, ну, практически. Только язык, он у вас оттягивается. Ра. Он должен касаться зубов. Ра. 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 Смотрите на меня. Ра. 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 Да, еще раз давайте поднимаем. Вода, как будто бы. Пытайтесь, попейте. Можно с водой сделать? Да. С кофе. Чем вам сложнее, тем будет лучше результат потом. Виднее. Язык внизу. Он, по-моему, у меня как-то высоко. Не так, как у вас. Да. А я не знаю, как это снять. Ну, потому что он не привык у вас вообще лежать внизу. Поэтому мы шепелявимся. Сейчас я уже начала более лучше говорить. Сейчас. Язык не поднимаете, и от зубов его нет. Открыть челюсть. Лучше. Дальше. Эссо. Эссо. Прям это ваше последнее будет. Эссо. Эс. Эс. Ты. Ты. Те. Те. Уи. Уи. У. 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 В. В. W. W. X. X. Y. Грек. Y. 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 Смотрите, как он. Y. Язык опять внизу. Y. 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 С языком и челюстью. Y. А у вас челюсть и язык пока по разнице. Y. Y. Рек. Y. Ну, это от R зависит еще. Y. Z. 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 Никогда не оглушаем. Z. Еще раз. A. A. Нет, A. A. А. А. Да, смотрите в зеркало у тебя. А. Б. Б.
Се. Се. Нет, слишком она такая се. Вот бесформенная. Се. 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 Д. 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 Э. Э. Ф. Ф. Ж. Ж. Ш. 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 Аккуратненько. Ш. Ш. И. И. Ж. Ж. К. К. Л. Л. М. 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 Н. Н. О. О. П. П. Q. Q. R. 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 S. S. T. 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 U. U. V. V. W. W. X. X. Y. 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 Z. 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 Не улыбайтесь. Произносите не... Это все в R у меня проблемы. Z. 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 Уй. Y. Кончики губ, вот здесь вот, уголки губ, должны быть расслаблены. У французов вся округленная артикуляция. То есть мы всегда вперед немножко вот так. Получается. Да, давайте еще раз. Сами попробуйте. А. И она у вас немножко позади, нужно ее вперед вынести. Знаете, как будто бы давите этот звук. А. А. Да. Б. 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 Уй. Се. Да, менее резко, не должно быть агрессивно. Се. Б. Б. Се. Д. Не тяните. Д. О. Э. Э. Ф. Она меняет у вас форму, а нужно, чтобы она была Э. Э. Ф. Дальше. З. Ж. 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 Как будто бы стена. Ж. Ж. Она дальше не едет. Ж. Ж. Аш. Аш. И. Уи. Жи. Уи. Ка. 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 Мягче. Ка. Уи. Л. 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 М. Н. О. 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 П. К. 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 Р. С. Т. У. 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 В. Да. W. 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 X. Y. 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 Z. 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 Я вам прочитаю этот алфавит или только сама, и вы будете его слушать. Теперь мы будем на этих именах собственных учиться читать. Я вам их прочту сейчас, вы следите просто по порядку, а потом я эту запись вам еще и пришлю. Д'accord? Вы будете на ней повторять. Это вы. Что? Если я скажу, это будет мой подарок. Но никогда так не говорите. Вы уже начинаете заниматься. Хорошо, вы давайте вставать. Да, это раз. А во-вторых, уже через пару недель французский язык для вас будет, ну, не родным, разумеется, но это будет не просто набор звуков для вас. Вы уже многое будете что понимать, вы уже будете много знать о культуре лучше, чем вот люди, которые не делают этого. Вы в любом случае сможете себе все заказать, то есть везде все купить, да. Рассказать о себе, то есть это уже никто не говорит, класс, что вы станете лингвистом. Вот, но вы уже сможете общаться, то есть язык французский станет средством общения, это самое главное. Вот, давайте попробуем. Сейчас не верю в это. Будет. Я читаю, пока вы просто смотрите, а потом буду с вами вместе читать. Амели, Блэз, Дидье, Эмили, Фабиан, Жеральдин, Эктор, Селин, Инес, Jonathan, Karine, Lilian, Manon, Octave, Pascal, Quentin, René, Sabine, Thomas, Ursule,
Виктор, Вильям, Xavier, Yvonne, Zoé. D'accord? Voilà. Так, красиво. Regardez. Так, это у нас... Oui. Это называется у нас prénom. Belle — это красивая. Вот у нас было в Нотр-Даме. Yeah. А это у нас будет beau. Beau — right? Это красиво. Beau. Oui. Voilà. Что нам сейчас нужно? Сейчас, знаете, оперетту, как они там говорят, вот так немножко высоко. Да. У французов просто звук образуется прямо на кончиках губ. В основном все звуки. В первом ряду. И поэтому сейчас будем с вами пытаться немножко как оперные певицы говорить. Это будет неестественно, но нам нужно выйти с вами из зоны комфорта вместе. Что это значит? Что сделать то, что, в принципе, на ваш организм, ваш речевой аппарат способен, но это непривычно. И мы будем пытаться делать это привычным. Чтобы даже вашему мозгу, потому что иностранный, если вы будете отстраняться от этого, ой, как странно, это даже психологический какой-то барьер. А здорово. Это все равно, что, например, опять же, там, если про шпагат говорим, да. Я села там на несколько сантиметров ниже. Вы свой диапазон возможностей вот этих вот голосовых сейчас будете расширять. Это раз. Во-вторых, мы сейчас будем... В французском нет ударения, есть удлинение. То есть... Например, это не амели. Это не ударение. Это настроечный знак, как если бы это было ё, две точки. Понятно. Вот. То есть это читается не ё, если бы не было, было бы амели. А так это амели, закрытый звук. Угу. Для рот немножко закрытие. Так вот, нужно просто тянуть и учиться. Это намного легче, чем делать ударение. Вы просто на секунду дольше произносите. Амели и оперным голосом. Амели. Да, только у вас должен быть оперный однородный голос. Амели. Амели. Вы просто настроились на такой голос. Мы сегодня будем с вами вот так разговаривать. Амели. 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 Да. И чувствуйте, где у вас звук образуется. Он должен образовываться у вас на кончиках губ. Амели. Амели. Представьте, что Амели. Вы персонаж какой-то. Амели. 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 И это должно быть очень все аккуратно. Амели. 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 Блэс. Блэс. Да, но смотрите, рот открывается вниз. Губы, кончики не задействованы. Блэс. Блэс. Супер. Дидье. 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 И чистую «и» сделайте. Дидье. 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 И вверх на тазу. Дидье. Дидье. Не открывайте широко рот, это закрытый звук. Дидье. Дидье. Эмили. Эмили. Фабиан. Фабиан. Откройте рот на А. Фабиан. 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 Делайте лишние движения. Каждое движение, которое вы делаете губами, оно должно помогать вам сделать звук. Фабиан. Fabien. Fabien. Oui. Fabien. Géraldine. 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 Hector. 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 Super. Céline. Céline. Inès. Inès. Jonathan. Jonathan. Karine. 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 Lilian. Lilian. Manon. Manon. Octave. 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 Visualisez le petit звук. Octave. 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 Pascal. Pascal. Quentin. 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 Oui. Это сложно, поскольку здесь два носовых, А и Э. Quentin. René. 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 Voilà. Thomas. 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 Ursula. 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 На У больше похоже. Ursula. Ursula. Скажите «и-ю». Вот это «Ursula». Ursula. 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 Ur. Ursula. Sula.
прям как будто капелька. Сюля. 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 Уй. И вы можете представить, что после каждого этого слова, независимо есть там или нет, как будто бы оно там есть, но вы его не произносите. Это поможет вам сохранить вот эту округлую форму рта. Что представить вот это? Да, потом Виктор, как будто там «ю» есть. Вы не произносите? Сюля. Да, но рот у вас становится как «сюля». «Ир». «Ир». «Сюля». «Сюля». Не расходится, пусть он не расходится, там еще «ю» есть. Да, как будто бы еще «ю». «Ир». «Сюля». Очень похоже все равно больше на «у». «Ир». «Сюля». «Ир». «Сюля». Давайте мы с вами это нужно делать, запишем с вами. «Ир-сюля». «Ир-сюля». Угу. Теперь послушаем. Неправильно. «Ир-сюля». «Ир-сюля». Видите, она немножко позади. Да. Нужно ее вытянуть. Чтобы ее вытянуть, давайте сделаем на «с» «и», вытягиваем на «ю» и концентрируемся на этом «ю» и тянем его как можно дольше, чтобы вы поняли, что вы такого во рту сделали, что этот звук получается. С «и» медленно, не резко. «И» как бы задничку. «И» и она такая узенькая-узенькая должна быть. «И» видите резко? Да. «И» и думайте, что такое во рту происходит. Зафиксируйте. Видите, это «Ursula». «Ursula». «Ю» первая хорошая, вторая плохая. «Ursula». А теперь «Си». «Си». Да, и теперь «сю». «Сю». «Ursula». «Ursula». И теперь «ле» мягче, чтобы произнести «л». «Ursula». Да, и теперь еще раз. «Ursula». «Ursula». Еще раз. «Ursula». «Ursula». Лучше. Посмотрим. «Ursula». Лучше, слышите? То есть это нужно, чтобы привык у вас этот рот. Дальше. Ensuite, 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 Ursula. Oui, Ursula. Я очень плохой ученик. Нет, вы об этом не думайте. Вы ученик, как все, и может даже лучше, чем все. Вы должны в это верить. Ладно. Да, абсолютно. Если вы себя не хвалите, не ругайте себя ни в коем случае. Вы встали в субботу в 9, даже не встали, вы приехали уже в 9 утра. Это уже большой плюс. Дальше. Виктор. 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 Вильям. Вильям. М. Закройте. Вильям. Ксавье. 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 Я был друг. Так я всегда называю его Хавье. Д'accord. Ксавье. 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 Закройте. Ксавье. Да, Ксавье и не дальше. Ксавье. Oui. Xavier. Oui. Yvonne. Yvon. 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 Oui. Zoé. Zoé. Oui. Вообще, опять же, сейчас психологический момент. Вы отдохнете, потому что у вас тут немножко устало все. Психологический момент. Вы должны себя постоянно хвалить, потому что у вас изучение языка не должно ассоциироваться с самобичеванием. Это не должен быть повод того, что вы самооценку свою понижаете. У вас не может быть все хорошо на первом уроке. Французский язык, тем более фонетика, это то, что недоступно многим, потому что они над этим не работают. И это как раз-таки причина того, что многие его изучают. То есть это такой парадокс. Они изучают из-за того, что это язык красивый, но не могут добиться хорошего произношения. Ну, то, что добиться, не пытаются даже, потому что думают, что это сложно. Это сложно, потому что у французов все стройно, все очень напряженно, напряженно в хорошем смысле, то есть в тонусе. То есть они внимательны к тому, как они произносят. Нам нужно просто этой внимательности научиться. Все равно, что вы знаете, там красиво ходить. Не, вот если вы сейчас будете кого-то красиво учиться, вот, чтобы он научился красиво ходить, это тоже не, вот это такие привычки, которые трудно перевоспитывать то, что мы делаем каждый день. Точно. Да, то есть мы же говорим каждый день по-русски или какими-то другими там языками, да, если вот у вас трудно взять и каким-то часовым занятием сделать все по-другому. Трудно там учиться красиво спать, там, не знаю, кто там. То есть это какие-то действия ежедневные. Ксавьер. Ксавье. Ксавьер. Не заканчивайте это. Ксавьер. Да, там нет «р». Ксавье. Ксавьер. Ксавье. Ксавьер.
Oui. Ксавье. Да, Ксавье, только уголки не ли. Ксавье. 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 Да. Можете позвать. Ксавье. 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 Oui, Ксавье. Ксавье. Oui, c'est ça. Давайте еще раз. Теперь более четко. И вы знаете, как будто есть же такая игра, там, когда вот мячики такие выстреливают. Да. Да. Вот прям ваш звук должен быть таким. Амели. Амели. Было Амели. Глухое А, не четко. Амели. Амели. Блез. Блез. Дидье. 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 Эмили. Эмили. Слишком было резко. Эмили. Эмили. Фабиан. 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 Жеральдин. Жеральдин. Эктор. 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 Селина. Селина. Инесса. Инесса. Жонатан. Жонатан. Карин. 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 На прибавляю. У вас язык ушел? Карин. Да, Карин. Карин. Вилья, а, пардон, Лилиан. Лилиан. Манон. Манон. Октав. Октав. Паскал. Паскал. Кантин. Кантин. Рене. Рене. Сабин. Сабин. Тома. Тома. Урсул. Урсул. Виктор. Виктор. Вильям. Вильям. Ксавье. 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 Oui, Ivon. Ivon. Зоэ. Зоэ. Причем, обратите внимание на вот привычку. Вы его привыкли как-то по-своему называть, да. И это имя вам сложнее, чем многие. Хотя, если бы человек, который никогда не видел ни одного из этих имен, да. начал произносить, Ксавье — это не самое сложное имя. Да. А вам трудно его произносить. То есть вот вы об этом думаете, нужно нам как раз таки... Но все звуки также написаны, я все время думала, что он Хавье. Но. И вообще звука Ха нет да. во французском. Даже если французском, да, фамилии Ха есть, то они это как «ка» читают. Вот учился она в школе английской в Лос-Анджелесе. Так вот. Ну вот, вы теперь его когда встретите, скажете «Ксавье», и он удивится. Да. Попробуйте сами. Амели. 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 Вы не тихо говорите, всегда громко. Амели. Амели. Блэйз. Блэйз. Тяните. Блэйз. У вас «э» разное, она же «блэйз», ровная. Блэйз. Угу. Дидьер. 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 Эмили. 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 Я просто сделала, чтобы звук Амели и Эмили было разное. А так это обычно. Эмили. 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 Фабиан. 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 Джеральдин. 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 Эктор. Эктор. Вперед звук. Эктор. 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 Селин. Инес, Джонатан, 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 Карин, Лилиан, Мано, 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 Октав, 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 Томас, Тома, Тома, Урсу, Урсу, Урсу. Урс, Урсу. Паскал. Паскал. Виктор. Ксанти. А, нет, просто это сейчас я вспомню. Не вспомню. Ксавье? Нет. А, Кантон. Кантон. Oui. Вильям. 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 Ксавье. 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 Рене. 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 Ивон. Сабин. 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 Зоэ. 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 Oui. И давайте на этих словах мы поучимся читать. Давайте. Да, что у нас характерно? Что есть звуки... Самое как... сложное. Да. Смотрите. Кантон. Но это носовые звуки, мы это посмотрим попозже. Вот эти я неправильно назвала. Джеральдин и Жонатан. Да. D'accord. Смотрите, давайте напишем правила чтения. Правила чтения. Угу.
И смотрите, начнем с Амели. Вы его пока не пишите, потому что они будут разнобой. Но пока вы запомните то, что вот это не ударение, это настрочный знак, который называется, вот у нас они есть на карточке нашей, они называются вот «э accent aigu». Вот этот звук называется «accent aigu». И он закрывает звук. То есть вместо... Меня смущает, что есть еще вот такой, он очень похож. Да, он просто в другую сторону, да. Называется «accent grave», и это, наоборот, делает так, что звук открытый. Вот. И смотрите... Это закрытый? Да. Просто рот закрыт, смотри. Амели. Амели. Да, Эмили. Эмили. Или, например, Зоэ. Зоэ. Уи. Видите, все закрыто. Да. Где у нас еще есть он? Больше его здесь нет. Uh-huh. А вот это открытый. Инесс. Инесс. Разница, да? Инесс. Инесс. Амели и Инесс. Амели. Инесс. Инесс. Теперь я произнесу, не смотрите на меня, прослушайте. А, будут закрытые и открытые. Амели. Эмили, Инесс, Пер, Зои. Сколько было закрыто, сколько было открытых? 3 закрытых и 2 открытых. Вот, то есть вы уже слышите. Иногда даже не знаешь, как пишется слово, но ты слышишь, что закрыто, понимаешь? Ну, скорее всего, значит, здесь акцент не стоит. Дальше. Вот это уже нужно записать. Сочетание А и И дает звук Э. Блеза. Напишите, блеза. У нас оно есть в карточке, сейчас покажу. Дальше. Конечные не читаются. Какие конечные не читаются? Не читаются вот такие, как... Так. Какое-то мы не читаем. Томас, например. Тома. С на конце не читается. Да. Правильно. Еще что? Мано. Мано. Ну, это не э, это носовые звуки, там свои правила. Дальше. Вот. Ю, не читается. Да. Пишите? На конце не читается. С, Ю. Еще. Сейчас. Р, наверное. Р не читается на конце, зачастую. Больше не знаю. Так, ну тут у нас больше ничего и нет. Да, и кто? Да, например, вот это сочетание Инесс, это исключение, что тут S читается. В основном она не читается. Да. Дальше, какие у нас есть правила чтения? Вот у нас вот это вот S, да, встретилось? Э. Да. Я уже забыла, если вы мне сейчас показали, я бы не сказала, что это надо запомнить. Правила чтения. Да, что у нас тут еще есть? Вот Ж. Да. Буква. Если дальше, пишите Ж и две стрелочки от нее. Вниз и вверх. Если после Ж идет Ö, вот такая? Да. Любая Ö. Игрек. И. То будет считаться как звук Ж. Если же там идет А, О или Ю. Вот такая? Да. Или какая-то согласная. Любая согласная, то это будет считаться как Г. И давайте я вам сейчас продиктую слово, а вы его запишите со слуха. Гаража. 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 Это слово гаража. Да, я поняла уже. Правильно написали, гараж. А сейчас напишу... Нет, хотя это, наверное, уже будет сложно. Но, в принципе, вот этого достаточно. То есть, видите, в одном давай, слове... Попробуем. Так, ну давайте попробуем слово... Жирон. Жирон. Город это. Жи. Наверное, Вот. И Н на конце, Ё на конце, Жирон. Потому что так бы это считалось, как Жирон. Жирон.
Жирёмно. Супер. То есть, если «н», значит «и» в конце. Да, да. Видите, потому что там, где если она не закрыта, нет, после нее гласный, то она считается, да, как... Вообще не считается. «Кон», «та», просто носовой звук перед этим. Давайте, как вот это читается. Вот это? Да. «Кю» читается как «к». То есть, две буквы дают один звук. «К». «К». «Кэн». Вот, давайте сначала вот с этого начнем. Это «к» просто звук. Да. И в основном во всех выражениях они встречаются парой, кроме слова «пять», которое пишется как «санг». «Санг». Да, я его напишу его. То есть везде, например, ну, напишем, например, вам слово «question» — это вопрос. Видите, «question». Видите, две, да, звук, да, один. Но, например, слово «пять» — это вот так. «Санг». «Санг». В единственном случае, где она одна. Дакор? «Санг». Дальше. То, что вы спросили, «кантон». Это сочетание «ен» дает звук носовой «а». Почему тогда «тон»? Сейчас скажу. «Ен» дает звук носовой «а». Сейчас найдем его. Вот. Это первое. «Кон». 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 А «ен» дает звук носовой «э». Вот такое правило. Вот это «а», а вот это «э». Это носовой «а», это носовой «э». И получается у нас «кон-тан». Это «а». А это «э» носовой. Ну, вообще носовые на первом уроке лучше не брать, но раз уж мы встретили «кон-тан». Это «э». Угу. Это имя, которое в английском как «Квентин», да, звучит? Да. «Кон-тан». 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 Контент. Носовые звуки, их всего четыре в французском языке. Это «а» носовой, «о» носовой, «э» носовое и «э» носовое. Чем они отличаются? Просто позиция губ. То есть, если вы можете сказать «а», «о», «э», «э», то вы можете носовые назвать, только нужно корень языка опустить. Например, «а», «ан», «о», «он», «э», «эн» и «э», «эн». Но «а», «эн», «ан». Um. Да, но если не тренироваться, это пока сложно. Мы еще говорим языка, нам пока вот с ртовыми красиво бы их произнести, хорошо артикулируя четко, а потом уже к носовым перейдем. Вуаля. Дальше, что у нас интересного? Аш. Аш. Да, смотрите. Тома. Да, аш. Тома. Если аш просто так одна, то она не читается совсем. Аш не читается. И напишите пример «тома». И точно так же в слове «театра». «Театра» по-французски. Подождите, сейчас я буду. Еще раз. «Театра». Очень много. Нет, здесь нет. Да, сейчас напишу. Вуаля. И там еще есть настрочные знаки. Какая у меня ужасная почва. Я разучилась писать. Вы будете, кстати, писать очень много. Ничего, я научусь заново. Да, театр. Т-А-Т-Р. Вот так вот пишется. Вот. Если же H встречается с, например, с P-H или с C-H, то они дают звуки. P-H дает звук F, а P-H дает звук Ш. Фотография. Фото. Напишите, пожалуйста. Фото. Фото. Да, супер. Это фото, фотография. Кошку знаете, как по-французски сказать, написать? Не помню. Ша. Ша? Попробуйте. Просто три буквы? Нет, и Т на конце, которая не читается. Да, и можем вот тут написать, что Т не читается в конце. Ша. Ша. Дальше, что посмотрим здесь? Буква С. Вот почему? Это. Да. Смотрите, точно так же нужно рисовать С и две стрелочки вверх и вниз. Вверх, опять же, если дальше идет Ö, Ü, I, это будет у нас К. А, нет, простите, С звук. Да, а если дальше будет идти О, Ю или А или гласный, то это будет как К.
Или гласная, да. Например, ну вот тут у нас, смотрите, октава. Тут согласно идет. Да. Согласно, да? Октава. Подождите. А вот у нас оперита. Нет, смотри, а дальше-то согласно идет? А, да. Октава. Эктор тоже согласно. А если согласная, то как? То тоже ка. Да, и тут тоже согласная ка. Все, я поняла. Например, слово «гром» большой, там тоже как «г» читается. Вот, смотрите, у нас тут есть «к», «паскаль». «Паскаль». «Виктор». «Виктор». «Октава». «Октава». Угу, где у нас еще есть «к»? Больше нигде нет, но есть зато «селин» там, где дальше «ё» идет, она читается как «сэ», так? Угу. Напишите примеры, какой-нибудь «Виктор», например. «Виктор». И Селина для другого и для второго. Так, Селин сюда. Да. Вот, кстати, у нас тут Джонатон есть, да, тоже ТХ. Джонатон. Эктор тоже, где H не читается. Эктор. 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 Супер. Х читается как КС или КЗ? Кзавьер. Кзавье, здесь гз. Кзавьер. Ой. Давайте еще раз попробуйте прочитать это. Амели. Амели, еще опернее. Амели. Блез. 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 Дидьер. Эмили. 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 Фабьон. 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 Géraldine, Hector, oui. Céline, oui. Inès, oui. Jonathan, 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 Karine, Liliane, Manon, Octave, Octave, merci. Octave, Thomas, ou Ursula, Ursule, Ursule. Ursule. Ursule, Victor, Pascal, oui. Не говорите. Сейчас я задумываюсь. А, как же я записала? Где это? Где? Вот. Да? Нет, нет. Не говорите мне все равно. Помогите найти, где это. Вот одно и второе. Да. Угу. А как же К? Оно считается как К? Да. К? К? Угу. Тон. Это у нас? Кант. Кантер. 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 Уи. Вильям. Oui. X как-то, да. Думайте. Xavier. 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 René. 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 Yvonne. Sabine. Zoé. 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 Bravo. Ça va? Ça va bien. Très bien. Génial. Voilà. Устали? Нет, мне нравится. Супер, d'accord. И смотрите, мы с вами несколько сочетаний. Читать мы будем с вами много, чтобы читали очень-очень хорошо. Так, вот это сочетание. Жена. Жен. Тается как не. Напишите его. Не. Не. И, например, слово эспаньоло. 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 Не ньоль, а ньоль, просто мягко. Эспаньоль. Вы напишите. Ньоль. Оль. О. Вы. Нет, не обязательно. Нет.
можно, но это испанский, эспаньоль или испанец. Угу. Угу. Это сочетание уа. Уа? Угу. Уа? Уа. Как это записать по-русски? Уа. Ну, по-русски лучше, конечно, писать, но это уа. Уа. Ну, лучше я запишу. Угу. Уа. Уа. Да, и это будет, например, о revoir. Первое, что я запишу. О, а дальше нужно написать revoir. Попробуйте. Отдельно. Р. Это этот звук? Да, э. Э, а не о. О, р. Я неправильно уже написала? Это руа, это король. А нужно р написать. Значит, э. Э, oui, р, voir, oui. Упражнение, когда со слуха записываешь, очень полезно, потому что вы осознаете, как что пишется. Слишком много. Зачем вам это? Это уже звук уа. Понятно. Перепишите. О, уа полностью. О, это не это у нужно. Это а, ю. Ага. О, ре, voir. Это до свидания. Au revoir. Да. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Re. Au revoir. Au revoir. Re. Re. Au revoir. Au revoir. Вы говорите re, а нужно re сказать. Au re. Au re. Au re. Re. Au revoir. Re. 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 А как длинно нужно губы для этого? Re. 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 Э скажите. Э. 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 А это re. Re. Au revoir. Au revoir. Вы говорите re, а нужно говорить revoir. Revoir. Au revoir. Низ, как будто анестезия во рту. В, четко. Au revoir. Au revoir. 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 Анестезия во рту у меня. Да, ну значит, это гимнастика. Au revoir. 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 Oui, только теперь V четче. Voir. Voir. И теперь au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Re. 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 Ну, у вас из-за R, потому что R не очень хорошо, поэтому другие звуки смазываются. Au revoir. Au revoir. Re. 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 Угу. Тебя лучше записывать. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Génial. Теперь послушаем. Au revoir. Au revoir. Слышите? Совсем по-другому, да? Еще раз. Au revoir. Au revoir. Я хэ говорю. Вы на ре обратите внимание. О, после о звук р у меня и ре у вас. Au revoir. Au revoir. Слышите? Да. Смотрите, и это, некоторым может показаться, что это странно. Я говорю ре, а вы говорите ре. Но у нас в русском... Au revoir. Если вы пока сами не умеете произносить это четко, то вы можете не слышать разницу. И поэтому я всегда занимаюсь фонетикой очень много в начале. Это может быть, например, мы неделю занимаемся, вы еще не говорите, к примеру. Но зато у вас не будут физических проблем, проблем с произнесением и пониманием, когда другие люди говорят. Потому что, ну, это может длиться вечно. И это будет строить какие-то проблемы и препятствия в течение всего изучения. А если лучше вот этим заняться в начале, долго, может быть, все пойдет быстрее. И опять же, фонетикой нужно заниматься, чтобы получать удовольствие от того, как вы говорите. Yeah. Потому что даже если вы грамматику хорошо. То есть если даже у вас грамматика будет хорошо, но вам будет не нравиться, как вы звучите, обучение будет идти медленнее. А если вам нравится, как вы говорите, то вы будете чаще и чаще говорить. Дальше. Au revoir. Génial. Это вот этот звук. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. И V нужно губу к зубам верхним. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
oui, voilà, пока пойдет. Ensuite, это сочетание у. Угу. У. Просто звук у. Во французском нет буквы у, есть сочетание у, mm-hmm. которое дает этот звук. У. Например, в слове bonjour. Bonjour. Это bon, там не у. После о идет n. Bon. Bonjour. Вместе все это пишется. Mm-hmm. Bonjour. Bonjour. Откройте рот, говоря это. Bonjour. Bonjour. Mm-hmm. Bonjour. Да. Ага. Да. Ага. Bonjour. Oui. И давайте посмотрим звук, который мы с вами видели. Так, я уже это не запомню. Так. Смотрите, я вам их все посмотрю. Вот. Это не. Не. Это у. Это в контейнере было. Ан. Э. Т не читается. Да. Ин. Эн. Эн. Я. Уа. Нет. Уа. Нет. Э. Было в слове блеза в имени. Блез. Блеза. Блез. Давайте ко мне все запишем. Я все записала. Записали. Блеза. Откройте, откройте, откройте. Это первое. Блеза. Блез. 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 И обратите внимание, кстати, в этом имени «с», когда между двух гласных, читается как «з». Блез. Уи. Можно еще раз на имя посмотреть? Блез. Уи. Уа. Уа. Давайте еще раз. Э. Э. Это союз «и». Он. Как «энд» в английском. Да. А, да? Уи. Э. Эд пишется. Уи. Эн. Он. 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 Носовой. У. Уи. Не помню. А, не. Не. Эспаньоль. Уи. Эспаньоль. 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 Э. Мы там записывали первое. Да. Э. Это не это. Нет. Это первое на другой страничке. Точно. А, на второй. Уа. Уа. Э. Угу. И. Эн. Эн. Уи. Супер. Теперь медитируйте на них. Эн. Угу. Уа. Уи. Нет. Вот это было. Уа. Уи. А это? Эн. Э. Э просто. Блез. Блез. Э. Уи. Э. Это же слово в шез. В стуле. Шезлонг. В шез. Уи. Уа. 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 Блез. Уи. Э. Уа. Н. Угу. У. У. Журналист. Бонжур. Бонжур. Журналист. Угу. Он. Да. И смотрите, сейчас попробую. Я буду ставить в порядок в разные. Да. А вы будете их произносить. Например, вот это мы сделаем вот так. Принесите. Не. Не. Эу. Эуа. Эуа. Угу. Уа. 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 У. Носовой? Э. У-эн. У-ан. У-ан. Смотрите, если после носового звука Э-носовой. Будет вдруг стать гласное, то носового уже не будет. Это будет читаться Э-ну. Ну. Это будет Э-ну. 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 Э. Э-ну. Э. Эн. Посмотрите, вы делаете рот округленным. Э. Да. Эн. Ну. Эн. Э. Э. Вы делаете так. Э получается у вас. Эну. Эн. Эну. Эну. Уи. Дальше. Эн. Опять забыла этот звук. Господи, боже мой.
Что это? Ан, да? Ан, эн. Эн. А, энан. Анан. Анан. Уи. Саба. Вуаля. И давайте вот этот возьмем еще. А, у. Э. 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 Устали уже. Все, я не забыла их. Э, ан. Э, ан. Уи. Но мы сейчас снимем видео, я вам его пришлю. И вы его посмотрите. Так. Ау. Э. Э. У. Ва. Не. Эм. Вуаля. Дакор? Главное, пока их может, нужно. Может, снимем на мой телефон? Давайте. У вас есть мой телефон? А потом возьму. Так, все, хорошо. Тогда пришли. Я пришлю в WhatsApp. Вуаля. Сава? Сава бья. И давайте сейчас попробуем небольшие такие диалоги с вами посмотреть. Давайте. Вот, например, смотрите. Бонжур. Бонжур. Je m'appelle. Je m'appelle Catherine. Катерина. Катерин. Угу. Давай сначала Катя. У вас... Катя. Да, чтобы полегче было. Je m'appelle Катя. Je m'appelle Катя. Или... Катерина. Вуаля. Катерин. Если вам Катерин больше нравится, будем сейчас работать на Катерин. Давайте Катерин. Катерина. Катерин. Угу. Давайте опять делать упражнение на «ага». Давайте. Или же попробуйте сказать Катрин с русским «р». Катрина. Катрин. Да, а теперь на мягче Катрина. Катрин. Нет, опять с русским «р». Катрин. Да, Катрин. Катрин. Oui, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine. Да, только не торопитесь. Je m'appelle, должно быть четко. Je m'appelle Catherine. 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 Bonjour Catherine. Да, moi, je m'appelle Julie. D'accord? Voilà. Давайте этот диалог напишем. Et vous? Et vous, à vous? Et vous, à vous? Да. Что это? À vous. А вас, как зовут? Да? Да. Я сейчас его напишу. Диалог, который вы должны будете выучить. Uh-huh. Диалог. Мы его изменим. Uh-huh. Bonjour. Je m'appelle Catherine. Et vous? Что вы так? Uh-huh. Et vous? Bonjour, je m'appelle Julie. Julie, voilà. Julie. Julie. И смотрите, я могу сказать enchanté, это как nice to meet you. Mm-hmm. Enchanté. Enchanté. И вы говорите enchanté. Enchanté. Mm-hmm. Voilà, ça va? Давайте начнем. Bonjour, je m'appelle je m'appelle Catherine. Et vous? А теперь au pernier. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? А теперь еще более au pernier. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je закрытие. Je m'appelle Catherine. Et vous? Mm-hmm. Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. 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 Oui. Теперь еще раз. Все равно, знаете, чувствуется какая-то интонация. А у вас должно быть интонация. Bonjour, je m'appelle Catherine. Oui. Да, и теперь еще тяните себе. Bonjour, je m'appelle Catherine. Кричите. У вас так красиво получается. Это у вас тоже можно так сказать. Возможно. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Вы держите? Вот у вас прям за Bonjour, je m'appelle Catherine. Je m'opernie. Это должно быть аккуратно. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Catherine. Да, теперь естественно. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je m'appelle... Аккуратнее, оно разваливается. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine.
Bonjour, je m'appelle Catherine. Да. И вы? Belle, откройте рот ниже. Belle, Catherine. Катерина. 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 И теперь еще раз. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Опять же, развалилась. А нужно еще аккуратнее. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle. Раскрывайтесь. У французов рот только вниз открывается. Или внутри. Но когда вы широко-широко открываете, как в английском, оно как бы вываливается. Bonjour, je m'appelle Catherine. Да, хорошо. Немножко неестественно, но все равно. Alors, bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Catherine. Je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. 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 Oui, ça va? Bonjour, je m'appelle Catherine. Да, проще. Bonjour, je m'appelle Catherine. Да, а теперь еще естественно. Скажите мне, мы пришли с вами, мы вообще не знакомы. И пошли. Bonjour, je m'appelle Catherine. И теперь еще проще. Когда вы произносите эту фразу, вы верите в то, что вы произносите. Тогда я начинаю улыбаться, и у меня получается неправильное. Забудьте. Сделайте все сначала, как будто вы никогда этого не делали. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Et vous? Je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Oui, и скажите, при этом за enchantée. 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 Давайте enchantée. Еще раз. Давайте. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Catherine. Еще было не сделано. Bonjour, je m'appelle, je m'appelle. Je m'appelle Catherine. Аккуратнее, аккуратнее. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Et vous? Je m'appelle Julie, enchantée. Enchantée. Oui. Теперь давайте добавим. Мы можем сюда вставить вопрос, как вас зовут. Comment? Comment? Как? Это как how в английском. Вы, ву, comment vous, vous, за, peu, le. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Да. А, давайте. Comment vous appelez? Comment vous vous appelez? Génial! Et давайте еще. Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Catherine. Enchanté. Нет, нет, говорите, а вас, вас как зовут? Вам нужно больше говорить. Окей. Bonjour, je m'appelle Catherine. Я опять зову. Et vous? Et vous это читается. Да, мы же вот вы было выражено, да? Et vous? Comment vous? Вы вас называете? Vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Еще раз. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Oui, теперь я начинаю за вас. Ну, только вы, свое имя. Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous, comment vous appelez? Bonjour, Julie. Je m'appelle Catherine. Да, только спокойнее, естественнее. Voilà. То есть, а то вы привыкнете? Нужно прям естественно, как будто каждый диалог мы проживаем с вами. Прямо естественно. Давайте еще раз. Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous, comment vous appelez? Bonjour, Julie. Je m'appelle Catherine. Et vous? Enchantée. 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 D'accord? Voilà. Et bien, et bien, et bien. И смотрите. Вот это вы должны наизусть выучить. Да. И главное. Правильно выучить. Правильно, да, четко. И я вам сейчас опять запишу его, и вы послушайте его дома. D'accord? Voilà. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle Catherine. Не улыбайтесь. Bonjour, je m'appelle Catherine. Eva. Et vous? Et vous? Comment vous? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Смотрите, чтобы четкости добиться и красивого чтения, мы сейчас с вами все это прочтем по слогам. Диалога. Повторите. Диалог. Log. Log. Еще раз. Диалог. Диалог. Bonjour. 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 Je m'appelle. Je m'appelle. Oui. Осознавайте, что у вас происходит. Je m'appelle. Oui. Что на лице происходит? Дальше. Catherine. Кат. Кя, мягче. Катрин.
Catherine. Et vous? Comment vous appelez? Тут связка происходит, и z читается. Vous appelez. Да, это не читается. Еще раз. Comment vous appelez? Vous appelez. Comment, прочтите. Comment vous appelez. Bravo. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. D'accord. Ça va? Ça va. Difficile? Давайте, смотрите, я вам по слогам. Слушайте, difficile. Сложно? Si. Нет. Oui. Oui. Voilà, сейчас посмотрим. Давайте, сейчас я по слогам прочту, и потом вам пришлю это. Вы слушайте пока. Dialogue. Bonjour. Je m'appelle Catherine. Et vous? Comment vous appelez? Bonjour. Je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Ты. Voilà, 30 секунд. А теперь еще раз... Быстро. Да. Угу. Я начну, это называется диалог силаб. Силаб это по слогам. Диалог силаб. И теперь быстро. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. D'accord? Voilà. Мы бон. Давайте с вами еще раз его прочтем. Мы бон. Бон это как бы... Хорошо. Бон это хорошо, но это как в этом случае соу. So. Ну, как бы заканчивая мысль, или так, резюмируя. Давайте еще раз. Bonjour, je m'appelle Catherine. Аккуратнее. Смотрите, когда бон, je m'appelle, это очень быстро. Je m'appelle Catherine. Очень удобнее еще. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie, enchantée. Enchantée. Oui. И смотрите, это вам нужно выучить. И плюс, конечно же, вам нужно выучить. Ну, bonjour, это какие-то формы вежливости. Oui, это да. Non, это нет. Oui, non. Voilà, у вас еще есть merci. 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 Ça va? Ça va. И au revoir. Au revoir. Voilà. Смотрите, au revoir. Au revoir. Au revoir. Да. И смотрите, у вас есть такие карточки, вот такие небольшие. Вы их можете по-другому сделать, это просто взяла два листа, как вам удобнее. Вы должны их писать вот так. И с собой носить, вот ожидая чего-то, например, да? Bonjour. Это что? Здравствуйте. Приветствую. Да. И мы напишем один. Вообще, говорят, нам нужно как 1000 слов с вами выучить. Вот мы их считаем. Осталось 999. Bonjour. Je m'appelle. Это меня зовут. Да, выпишите свое имя. Это вторая карточка. Je m'appelle Catherine. Давайте, перепишите еще несколько. Merci, давайте. Давайте. Если вы что-то один раз встречаете, то для вашей памяти это что-то обычное, что не нужно запоминать. Если вы выделяете это многократным повторением, прослушиванием, написанием и еще какими-то цветными штуками, это могут быть маркеры, это могут какие-то вот такие вот моменты. То, да, супер-супер, совсем малюсенький, но вуаля. То есть вот это, например, диалог. Диалог номер один. Вы можете вот так вот приклеить, написать один, чтобы вы могли вот как-то ориентироваться на этом. Вот, сколько вы слов выписали? Пять. Босс, и там. Первый диалог, который вам нужно будет отучить его. Наверное, лучше его. Нет, я придумала. Да. Супер. Один. Вуаля. И... Вот эти слова, смотрите, ну, merci, si, это же тоже слова, правильно? Да, тоже их написано. Конечно, потому что вы, может, не сразу думать, как он пишется, если не обратить на это внимание. Точно.
Угу. Дальше. Сова, как пишется? Я записала. Угу. Сова. Овоглав написали. А, нет. Я тоже не запишу. Угу. Потому что я очень часто пишутся двумя буквами только. Да, я бы так и написала. Если бы вы сейчас еще раз не обратили мое внимание. Да. Но шунте. Это как nice to meet you. Это очарован дословно. Enchanté. Oui. Две буквы. Потому что это очарован, а если ее на конце, то это девушка. И над первой ее стоит акцент. Вот над первой ее, не над второй. Потому что она читается, а вторая не читается, зачеркните. Это у нас какое же седьмое слово? Нет, я бы два написала шестых. Значит, это напишите. Седьмое. Седьмое, да? Восьмое, супер. И напишите кому? Как? Давайте уже 10 напишем. Да. Кому? Это где? Кому? Да, как? Я не могу его запомнить, нужно прочитать. Кому? Кому? Come on. Oui. И десятое. Et vous. А вас? Et vous. Super. Et vous. И давайте. Еще раз. Vous vous as... Vous vous appelez. Vous vous appelez. Я вот не помню, как она читается. Давайте. Давайте еще один. Давайте. Давайте. У вас еще есть время? Ой. У нас 15 минут, просто аудитория займет. Да. Мне еще можно будет посидеть, да? Ой. Это будет же полезно послушать. Ой. Вуву за плеер. Вуву за плеер. Ой. Это как перевести? Вас зовут. Вас зовут. А почему два раза? Уву. Вы вас называете. Ага. Vous appelez. Oui. Super. Et bien, что вы делаете? Вы учите все эти выражения. Вдруг я неправильно их буду. А нет, у меня есть ваша аудиозапись. Вы выучите все эти выражения, вы учите этот диалог и учите правила чтения. Плюс я вышлю вам аудио и вышлю вам два вебинара маленьких. Ну, это видео, где я объясняю еще что-то. Хорошо. Вы их просматриваете? Да. D'accord? Да. И все. Это на первый момент. Вот. Сейчас вы посидите на уроке, там будет начальный уровень, но они уже знают глаголы. Но мы уже посмотрим, как они общаются. И опять же, они весь опыт чуть-чуть. Просто посмотрим, как они говорят. Да. D'accord? Ça va? Спасибо. И потом посмотрим с вами, что получится после этого урока, что у вас в голову придет. Вы посмотрите, как они читают. Вас не будет трогать преподаватель. Просто посидите. Думаю, что вы это взяли. Ça va, c'est tout pour aujourd'hui.